Свет, который нам принес Христос Спаситель. Кто отозвался на вопрос небес пойти на смерть и жертвой стать невинна? Римскою жестокою рукой. О, приходи, Мессия, ждем тебя. Спаси ты нас, темницы дверь открой. Избились те предсказанные дни, что издавна пророки говорили, пришел тот день для стонущей земли. Но все Христа в сердцах своих впустили. Толпою. Но он свершил свой подвиг до конца, открыв нам дверь навечно в небеса. Но если б он не воскрес, оставалась бы мертвой планета. И для жизни святой не осталось бы места на ней. Но он смерть победил, дверь открывши в обители неба. Разорвал власть греха величайшей победой своей. Но он смерть победил, дверь открывши в обители неба. Разорвал власть греха величайшей победой своей. Что за подвиг великий, который ни с чем не сравнится? Что за жертва любви, что прибита была на гвоздях? Умер ты и воскрес, чтоб любовью своей поселиться. Те, кто место дает для тебя благодарных сердца. Мой Спаситель Христос, ты достоин вовек поклонения. Воскресением своим ты нам вечную жизнь даровал. Что ценней может быть, чем Голгофы цена искупления? Пусть несется тебе непрестанно и честь, и хвала. Что ценней может быть, чем Голгофы цена искупления? Пусть несется тебе непрестанно и честь, и хвала. Пусть несется тебе непрестанно и честь, и хвала.